Пошаговая инструкция для похудения ягодиц в домашних условиях. Мы выбрали наиболее эффективные упражнения, которые за короткий срок приведут ваши ягодицы в порядок. Итак, приступим. Упражнение первое по эффективности упражнения – это приседание. Оно позволяет проработать все группы мышц ягодиц и отлично подчеркнет их контур уже после 20 дня занятий. Поставьте ноги на ширине плеч, держите спину ровно, плечи расправлены, голова смотрит вперед. Медленно на вдохе опускайтесь, пока бедра не станут параллельными полу. Задержитесь на несколько секунд и на выдохе поднимайтесь. Для утяжеления со временем лучше использовать гантели. На первое время нужно сделать около 3 подходов по 10 приседаний, с дальнейшим увеличением каждые 2 дня на 5 приседаний. 2. Упражнение «Поднятие ягодиц лежа на полу» – тоже практикуемое многими упражнение, которое дает положительные результаты. Лягте на ровную поверхность, руки выпрямите и опустите ладонями вниз, на них вы будете слегка передавать нагрузку при поднятии тела. Ноги немного расставьте и медленно на вдохе поднимайте ягодицы, задержитесь в таком положении и также аккуратно на выдохе опускайтесь вниз. Достаточно сделать 3 подхода по 20 раз. 3. Упражнение «Выпады» – одно из важных упражнений для проработки боковой мышцы бедра и ягодиц. Отлично справляется с уменьшением подкожного жира и увеличивает округлость ягодичной мышцы. Становимся ровно, руки на талии, ноги на ширине плеч. Далее на вдохе одной ногой делаем шаг вперед и опускаем колено почти до пола. Не возвращаясь в исходное положение, несколько раз поднимаем и опускаем колено до пола. При этом дышим равномерно и чувствуем напряжение мышц бедра. После меняем ногу и делаем такую же нагрузку на каждую ногу по 20 раз. Для увеличения нагрузки тоже можно использовать гантели с комфортным для вас весом. 4. Упражнение «Махи ногой вверх». Становимся на колени, руки на ширине плеч. Выпрямляем ногу и на вдохе отводим вверх. Удерживаем несколько секунд и возвращаем в исходное положение. Так делаем 3 подхода по 30 раз каждой ногой. Для усложнения эффекта можно затем встать на локти и делать более высокие махи вверх и в стороны. 5. Упражнение «Планка» – одно из самых универсальных упражнений, которое задействует все мышцы организма. Лягте на пол, руки упираются в пол локтями ноги носками стоп. Выпрямите тело одну ровную прямую и замрите. Дышите медленно и главное не терять равновесие. Поначалу будет очень сложно выдержать даже одну минуту. Но после недели занятий вы почувствуете себя сильнее, увереннее и сможете продлить время выдержки. Упражнение для молодых мам с детьми. А как же быть молодым мамочкам, у которых времени гораздо меньше, а восстановить форму ягодиц после родов хочется очень быстро? Здесь придет на помощь только игровоображение. Используйте время бодрствования малыша в пользу себе и ему. Поместите на коврике рядом с собой и ребенка и несколько его игрушек. Попробуйте заниматься и вы увидите, сколько интереса вызовете в глазах малыша. Или можно заниматься вместе. Вместо гантелей, в качестве дополнительной нагрузки можно использовать своего кроху. И ему забавно и маме полезно. Упражнение для похудения ягодиц за неделю. А что же делать, если через несколько дней отпуск и так хочется побыстрее привести себя в прекрасную форму? Ниже приведена схема упражнений усиленного сжигания жиров и прокачкой мышц ягодиц. Чем отличаются упражнения для похудения ягодиц для мужчин и для женщин? Особого отличия нет, а схема упражнений, приведенная выше, подходит как для женщин, так и для мужчин. Единственный нюанс – это увеличение нагрузки, и для мужских мышц должно быть больше. Для этого можно использовать гантели большего веса и специальный мяч. Упражнение «Согните ногу и опустите стопу на мяч», так вы сможете усилить нагрузку на одну из ног и дать больше эффекта от занятия. Медленно приседайте, держа в руках гантели, делая вдохи при нагружении мышц. Дыхательные упражнения для похудения ягодиц. Упражнение 1. Вдох. Встаньте прямо, чуть согните колени и постарайтесь расслабиться. Руки расслаблены, широко улыбнитесь и сделайте глубокий вдох через нос. Воздух пройдет в живот и раздует его. 2. Сильно напрягай ягодицы и постарайтесь сделать еще 3 вдоха, полностью заполняя легкие. 3. Сложите губы трубочкой и выдыхайте, втягивая живот. Мышцы ягодиц напряжены. 4. Сделайте еще 3 выдоха подряд, как бы полностью выкачивая весь воздух из легких. Повторять эту процедуру необходимо до 10 раз. Сочетание такого дыхания и упражнений на мышцы даст потрясающий эффект. Упражнения для похудения ягодиц, советы и отзывы.
Перед началом любого упражнения прислушайтесь к нашим советам. 1. Совет. Начинайте тренировку не ранее, чем через 2 часа после еды. 2. Совет. Всегда начинаем с разминки и разогрева мышц. Это поможет подготовить организм к нагрузкам. 3. Совет. Желательно, чтобы помещение было предварительно хорошо проветрено и наполнено кислородом. 4. Совет. Возьмите за правило всегда начинать с хорошего настроения и веры в себя. И тогда результат не заставит ждать. Отзывы. Ольга, 34 года. Я живу в большом мегаполисе и, конечно же, большую часть времени провожу в сидячем положении за компьютером. К лету очень хотелось привести себя в порядок, чтобы порадовать себя и любимого человека. Благодаря методикам статьи и упражнениям за 3 недели я успела подкачать ягодицы и похудеть на пару килограмм. Все дело в режиме, просто надо решить и делать. Питание тоже сыграло свою роль. Только легкие продукты и много овощей, а также сила воли. Без нее никак.